Итак, на этот раз миссия Бриллиант на дантиста. Миссия нетрудная, но стелсить я ее не хочу. Ну, просто не хочу. Мне кажется, здесь рашем будет пройти намного, не знаю, безопаснее, что ли. Ну, скорее всего, да. Так. Значит, надо закупить... Нет, сумки с патронами надо купить. Да и... Не знаю, хватит, не хватит. Ладно, пускай здесь будет. Все это пригодится. Окей, поехали. Hoxhood initialized. Ночь в музее, то есть типа стелс, да? Окей. Вот и весь стелс. Ага. Обязательно. Так, что там дальше? Найдите комнату охраны. По стелсу, на самом деле, я это все проходил. И это очень скучно. А вот сюда, что ли? Не знаю, короче. Вот, в стелсе очень скучно проходить эту миссию. Нужно много на картах передвигаться. А еще я не помню насчет security room. Там вроде наверху должно быть написано, да? То есть я что-то не так сделал. Еще металл детекторы. О, не металл детекторы. Электричество нужно отключать здесь тоже отдельно. Короче, я все подряд буду открывать, мне надоело. Тут по-любому вот это она правильная. И здесь ничего не написано. А нет. Это где? Пошли вон отсюда. Пофиг, еще одну. Здесь? О, господи. Где-то security room вообще... здесь я был. Знаете, это плохо. Что я... Ой. Настраивать на цивилов. Они подводят меня постоянно. Получается, я здесь все открыл? О, боже мой. Здесь, что ли? Я не знаю, я рандомные просто двери открываю. Где будет, там и будет. Мне, по сути, без разницы. Ура, здесь нету. А вот она. А, вот как легко познать security room. Угу. Зашибись, то есть security room, она открывается за 20 секунд. Окей, я понял. На будущее я это учту. И надо поднять мне Хьюстона. Кстати, где он? Ага, вон он. О-о-о! Мне туда надо, мне туда надо. Мне надо клокера убить с помощью копья. Только не говорите, что вы уже убили клокера. О, фак. Убил. Скевер. Скевер. Воу. А, Хоксон. Еще валяешься тут. Так, погодите, я одним копьем промахнулся, получается. А где оно? Короче, я не знаю, где оно. Куда я его просрал. Ну ладно. Так. Ну, хотя бы ачивку я выполнил. Теперь можно копье убирать. Так, взломайте систему тревоги. Окей. Я давно здесь, кстати, рашем не проходил. 200 секунд! Охереть, 200 секунд, да? Ну нахер. А зачем здесь вообще тогда дверь открывать? Они не смогут туда зайти, по сути. Не знаю, доплут я брать не хочу, на самом деле. Доплут не для меня уж точно. Так. Ограблений, кстати, остается все меньше и меньше. Остаются многодневные. По-моему, из таких многодневных я прошел только фрейминг фрейм детвиш.
Watch Dogs еще, поджигатель еще. Не надо, не надо. Да хорош, а. Так, есть. Все, я пошел вниз, давайте там что-нибудь делайте без меня. Боты, давайте начинать тащить у вас 2500 хп. Не знаю, конечно, сколько там у меня чисто. А, я могу на тап нажимать и взлом будет показываться. Я забыл об этом уже. Тейзер. Так. Значит. Пускай там все ломается тогда. Мне главное, чтобы как можно меньше чуваков здесь сейчас было. Ух ты. Главное, чтобы как можно быстрее бульдозера не было. Чтобы как можно дольше бульдозер, точнее, шел, сказать, лучше. Боты, боты, помогите мне. Да, убейте его, нахер. Убейте, вот так вот его. На, все. Фак. Что, они взломали систему тревоги? Да ладно, вы шутите. Охереть, там тейзеров, вы слышали? Боты, там тейзер. Да блин, ладно, так что быть, я помогу вам. Но боты, вы такие ужасные. Вы теперь даже с пабами не сравнитесь. Это, кстати, по-моему, не они вырубили. По-моему, это само собой произошло. Или мне кажется. Ну, доп. Лут я брать не буду. Мне одного бриллианта хватит. Правда, опыта ни хрена не дадут, но без разницы. Чем больше у меня такой уровень, тем мне же лучше. Спасибо, Клокер. Спасибо. А почему именно меня? Спасибо, Хьюстон. Вашу мать, вы... Хьюстон решил насрать на меня и в последнюю секунду... Да, не буду его поднимать. Он мне тогда не помог. Ну, конечно. Сраная флешка. Проходи быстрее, флешка. Спасибо. Так. Они отключили питание. Как? Как они отключили питание? Там Клокер пришел или... Они дверь открыли, да ладно. Охереть, они умеют дверь открывать. Я ее не открывал, поэтому... Нету. Я здесь вообще ни при чем. Так. Все, последние полминуты. Так, теперь... Теперь, я надеюсь, кстати, ключ-карту не нужно будет искать. Лучше я все-таки с электричеством здесь посижу немного. Шесть, пять, четыре, три, два, один, на! Все, да? Ага, все нормально. Да, все, ключ-карты больше не нужны. Нормально, я там двоих сейчас уделал так. Так, вот здесь у нас, значит, таймлок. И там Клокер. Фак. Ладно, у меня есть идея, я сейчас копье приготовлю для него. Все, пускай таймлок ломается. Та-да-да-та-та-та. А где Клокер? Клокер? Я сдолбался держать маус 4. Где Клокер? По-моему, я сейчас вдавлю в саму мышь просто. Клокер. На! Ты умрешь хотя бы. Ой, еще спасибо за копье. У меня еще то копье вернулось. Хорошо, что когда здесь стелсом проходишь, охранники не палят таймлок. Че тебе надо? Пошел вон отсюда. Ой, а у нас Хьюстона убили. Я не знал.
Я говорю, я никогда обычно не смотрю, кто упал. Поэтому обычно лучше мне говорить. Твою мать, ну почему меня именно? Почему? Хьюстон, помоги! Твою мать, да почему я не один хайс не могу, блядь? Понимаете? У меня ограниченное количество времени на запись. Я это все трачу на Payday. На этот ебаный Payday. Самое интересное, то что я это трачу все на Payday, и вот просто меня вырубает один ебаный клокер. Один. Понимаете? Меня вырубает один ебучий клокер. Один! И ботом насрать на меня. Бот бегал просто из стороны в сторону. Зачем они понерфили этих ботов? У ботов раньше было дохерища хп. Они как-то хотя бы тебя хилить могли. А сейчас нет. Ну ничего страшного, у меня времени нет, зато... Теперь у меня его точно не будет, нихера. Я все чаще замечаю, что чем больше я растягиваю прохождение Payday, тем мне же сложнее потом записывать его. Потому что я серьезно не понимаю. На таких дебильных ситуациях, по-моему, умирать это вообще бред полнейший. Понимаете, насколько игра не хочет, чтобы я просто, блядь, прошел этот Payday для канала? Меня вырубает один сраный клокер. Один. Просто один. Просто вырубил один клокер. И два бота сразу минус. А еще, кстати, у меня лобби открыто, но сюда никто не коннектится. Молодцы. Даже вот, знаете, я был брат пабом, которые на фри уикенде Payday скачали. Но даже их нет. А ты что здесь делаешь? Сколько опять? 200 секунд ждать? Мое любимое, блин. Ну ладно, здесь хотя бы рядом, если что, посмотрю. Я теперь буду делать по-умному. Я вперед лезть не буду, пускай боты сами идут туда. И клокеров ищут. А вот и он, блин. Я бы, конечно, мог слушать, но... Пошел нахер. Но... Я же понимаю сам, что я их не услышу ни хрена. Всю их болтовню. Ну теперь пусть боты тогда рискуют с собой. Я не буду. Я здесь ключевое лицо. А зачем я это делаю? Кстати, сколько стоит артефакт? 105 тысяч. Не, спасибо. Я не хочу ради этого нести что-то. И уж тем более я не буду открывать двери щитком. Давайте, боты, отбиваемся, отбиваемся. Так, что там? Наверху. Наверху меня по-любому ждет уже один из этих уродов. Я уверен, на все 100. Просто на 100% уверен. Один из них за поворотом уже ждет меня. Ой, меня аж подвисает с этим хоксхадом иногда. Даже не во время записи, иногда и... Вне ее. Сколько там? 86 секунд. 85, да. Ну, короче, около 6 минуты где-то. Ой, я вру. Погодите, или не вру. Ладно, срать. Нет, чуть больше 5 минуты, и все нормально будет. Куда ты пошел? На 5 минуте. На самом деле, бриллиант, конечно, лучше всего пройти в стелсе. Но вот мне не хочется подгадывать комбинации под сам бриллиант. То есть, когда его красть надо будет.
Я не уверен, что сейчас-то у меня получится его украсть, но... Я уже думал, это клокер. А, но всякое же может быть. А, еще же тейзеры, точно. Когда жасселин держишь, прекрасно подходят они. Так, еще немного. Твою мать. Так. Все, я могу идти? Да! Так, спокойно. Никого мне тут не надо, никаких локеров. Все углы, все углы. Так. Там тейзер. Твою мать, если меня сейчас завалят, я охерею от жизни. А тейзер уже близко был. Он уже готов был. Вся витрина просто в этом говне. Твою мать, ты шутишь. Ну все. Нормально, нормально все. Так, вы-то заходите, только давайте без клокеров, да? Я вас к таймлоку не пущу, вы же понимаете, да? На, на. Пшел нахер отсюда, тейзер. Все, что ли? А патронов достаточно у меня пока. Ага, так, такой перекат к таймлоку сделал. Отличный просто. Превосходный, блин. О, от флешки отвернулся еще. Повезло. Нахер. Я тебе отключу таймлок, да-да-да. Нет, клокер! Помоги, Хокстон! Давай, Хокстон, давай. Спасибо, дружище. Так, у меня еще пистол Мессайя есть одна. Есть. Все, можно, да? О, да. Здесь ведь охранников нету, да? По-моему, не должно быть. Да, все. Окей, минута 30. А вот здесь еще камера луп нужна. Зацикливание камеры. А, нет, здесь есть, оказывается, охранник-то. Да ладно вам. Этот штурм был уже не особо хорошим. Да все, они не подойдут в ближайшие хотя бы полминуты. Ну, только щитов здесь не хватало. Так, ладно. Может, как-нибудь без них обойдемся? На. Сколько там? 50 секунд. Ну, пока подержимся. Так, боты. Только не борзейте на фраге. У меня все-таки грайндер. А, быстрее, ломайся. Суп говна. Серьезно? Столько флешек не было, и тут на. Ну, конечно.
Выруби таймлок, когда ты под флешкой. Гениально. В другой момент я не смогу взломать таймлок, поэтому сейчас. Вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь. Кто где, никого не вижу. Благодаря Хоксхаду вижу. А теперь... Может всех этих сначала убить, а? Их вроде немного, но... Но бьют они очень больно. А долго ломать? О, да! Охереть, как долго. Так, боты, давайте без меня пока. Все, я теперь не отойду, я точно взломаю эту штуку. Даже если у меня прямо сейчас половину хп отниму. Давай, Вульф, давай. Почти сделано. Есть. Твою мать, попади по тейзеру. Спасибо. О. Может мне сразу все запарывать, а? Я просто не знаю, я не хочу проходить. Я все равно запарю сейчас. Три вверх, одна влево, две вверх, две влево. Так, попробую. Три вверх, влево, влево. Запорол. Боты, поднимайте меня. Вашу мать, почему именно флешка-то? Умри. Надо было одну плиту влево, я вспомнил, да. Я говорил, либо одна плита, либо две, вот не помню я. Твою мать, это шутка! Вульф, подними меня! Кто-нибудь поднимите меня! Подними меня, кусок говна, блядь! Где Хокстон? Хокстон, помоги мне, а! Хокстон! Хокстон! Надеюсь, ты меня поднимешь. Я не буду смотреть на твою хп, чтобы не думать о плохом, спасибо. Я благодаря скиллу беглеца этого выживаю. Забейте. Помогайте. Вот что значит прекрасная идея, блин. Я вошел и просто... Я вошел, и в этом фойе образовалось миллиард ментов. Так, это моя, погодите, да? А, да, я оставил точно. Пофиг, я не буду еще падение оставлять. Давай, газ, рассеивайся и... Ага. Сколько? 2 минуты. Ну, по сути, все. Берем бриллианты, ограбление пройдено. А еще на карте нет врагов. А вот они появились. Ну, окей. Я хотя бы не умер. Хотя бы. О, кто-то коннект. Так, наверное, зря я отсюда ушел, да? Да. А еще дрель заглохла. Или ее сломали. Не, заглохла. Мне не нравится, как этот мужик пялится на меня. Ну ладно. Теперь главное не подпускать их еще ближе. Так, пусть дрель работает.
На 15 минуте она будет готова. А, все, уже высветилось. Сорок 7% точности. Так. Я даже не заметил, что дрель тут заглохла, как бы. Просто наугад сюда пришел. Спасибо. Так, еще немного. А, главное не подпускать их ближе. Не надо. Нет, нет, пошел вон отсюда. Тейзер. Non-operational. Но с патронами у меня хотя бы нет беды никакой. 15 секунд еще. Боже. Да ладно. Как раз вовремя, кстати. Спокойно, спокойно. Да, можно я бриллиант, кстати, возьму? Так. Итак, я беру его. И он мой. Да. 400 тысяч. Да не, на самом деле нет. Бриллиант стоит 3 миллиона. Охереть. Так, вызовите вертолет, да? Так что даже цель-то забыл. А может меня как-нибудь каверить будут? Нет. Может прикрыть там? Не, зачем? Так, а зачем я обхожу, кстати? Мне же самому интересно. Это Винтерс, что ли? Лови. Лови. Умри. А где... А, я же не покупал кейс с гранатами. Ну да. Чё, пойти убить его, что ли? Не думаю, что это хорошая идея, правда. Этот чувак вообще с сюрикенами. Не знаю, что здесь делает. Что он с этими сюрикенами собрался делать? Серьезно, не понимаю. Не, ну, конечно, может, он думал стелс, но зачем на стелс тогда? I'm a back. Ладно, его проблема. Оп-оп-оп. Падайте, говноеды, падайте, падайте. Я знаю, что у вас хп немного. Первый есть. Так, я понял. Винтерс. Время умирать. А может, мне время умирать. 30 секунд. Я успею убить Винтерса, думаю. На самом деле, я бы его с Вансонги мог изи убить, но... Не хочу оставлять свою жизнь на этого паба. Да умри, там один лоу хп, я видел. Ну, этот чувак еще отключился. Слабак, трус, говноед. Говно, залупа, пенис, хер. Так, давай.
Где там? Сейчас я закину тебе. Оп! Нет! Я убью этого говноеда и эскейпнусь. Понял! Понял, нет проблем. Я пошел. Ах. Я так хотел Винтерса убить, а. Ну так и хотел. Он уже просто накоцан был в хлам. Ну ладно. В этом и проблема современного Payday. К тебе никто не коннектится. А ты не можешь убить Винтерса, потому что у тебя грайндер. И динамита не хватает. Наверное, надо было все-таки купить еще один кейс с динамитом, тогда бы он сдох. Еее. Спасибо за шмоточки ваши. Все. Да.